Да, он станет все дочитать, ну да, я согласен. Я сейчас против складов включу. Ну, давай, да. Слышь, Каннибал, я против складов включил, если что. Не губи, не боюсь. Заварка, привет. Спасибо, спасибо всем. От души. Что? Девять. Ну я не знаю, может 12. Нет, Кать, ты сама сказала, что она не. Ты завтра будешь 4 часа играть. Чем нет? Сегодня не будешь. Завтра я не буду стримить. Я деньги зарабатываю. Я забыл сказать, у Жара у меня просто челлендж был. Какой? Экшон. Играть на экшон. Спасибо, что забыл. От Хироса. Я думал, то же самое тебе закинул. Дел смотрел, как меня убивают. Хотя бы мог с пистолетика помочь издалека. Что-то вообще не слушаешь меня в последнее время. Прям я вообще этого, прям меня калить начинает. Да что там, все под контролем, одна пулька осталась. Походу с кода расформирования командую. Понял. Чатики, лайкосики прожимаем. Обязательно. Лайкосики прожимаем. Дорогие а друзья. Лайки. Спасибо, чат всем огромное. От души. Лайк. Ничего, никого? Блин. Ну давай, лутаемся, погнали. А тачки их нету? Есть. А вот тачку убрали, отлично. Ну не знаю, сюда обычно падают. Тебе тройка нужна? Нет. Четверка? Нет. Тебе что надо? Мне снайперка. Ну, как-нибудь ДМРка или СРК. Без разницы. Я готовый. Врагов заберешь. Тут ничего нет. Трейда нет. Рулеток никаких нет. Ничего тут нет. Как нет, а как же? Прокачивание пушки, это же такая рулетка. Не, реклама, я имею в виду. Да. Тут, ну как, отвечай.
Тут такого нету. Я готов. Я увидел, не нужен? Нет. Сари. Что там происходит? Ничего происходит. Она. Не орите, ну как? Не орите. Поедем. Не знаю. Я бы панцирь забрал, чтобы сделать что-то необычное. О, я слышу типа. Ну поехали, убьем, потом на фуникулер поедем. Я как бы слышал, но не понял где. А, вон справа, смотри, на заборах. Кого право нокнуть? Твоего, кого? Твоего же. Кого-то, да, кого-то косу. Ух ё. Побежал вот здесь вот на метке. Не, не побежал. Или побежал, не понимаю. В доме? Куда еще один к дому перебегает? Ну он прям в доме, да? Ну он заполз, а тут на втором, да-да, был. Коктейли греют. Один забором был аккуратно. Да, блин, поздно сказал. Ладно. Где конкретней? С забором, как ты сказал. Я один здесь в упоре. И медсумку. Медсумку давай. Скину. Пойди. Да блин, ну. А, вот он, ёпт. Еще один. У меня один патрон, у меня один патрон. Да-да, нормально, нормально. Он резает. Так же за тачкой. Заднее колесо от дачи. Наверное, уже закончил рез. Меня не убей, только осторожно. Я СМР бью. Давай, сумку. Не лежит уж. Откуда он вылез, я не знаю. Я другого... он через дом пробежал. Понял? Ну через дом пробежал, отхилился, через дом пробежал, через дверь или через окно, я не знаю. Я еще случайно подпрыгнул. Это бывает. Ну, человек, кстати, периодически случается, почему-то что-то, я не знаю, какая-то привычка дурная. Ты так нередко, ну часто, редко, бля, короче, частенько нокаешься так. Да, по-моему, один раз за два максимум. За закатки. Периодически вижу. Ну. А чё, по аптекам ничего нет? На, две. Не одна. Ну, я тебе скинул две.
Боже, столько раз нокался. Может, не в ГУЛАГ уйти? Не знаю, как хочешь. Давай отправлю. Не. Чё за крики? Баня, ну потому что я на ютубе стримил. ВВВ, здорово. Поехали. Ты едешь? Чё, еду? Давай, я бегу. Я вон ту тачку сейчас заберу и поехали на фуникулёр. На какой фуникулёр? Не знаю, выбирай сам. А, так давай тогда это. Мне надо разыгрываться. Ну, поехали на любой, мне вообще пофиг. Поехали на это. Да. Компенса был в доме, ну ничего страшного. Без компенса под себя. Глушись. А, тачка справа едет. Привет. Подожди, не добивай, 5 секунд, подожди. Ладно, я справедливый. Пускай ГУЛАГ пойдет. Куда мы въезжаем? Я думал, это деревня, это PlayStation. Не ожидал я. Жар, мы точно правильно место приехали? Я не в курсе. Я просто влетаю куда-то. И что происходит, вообще не понимаю, бля. Просто. Анонимус, достойная победа, как я и пожелал. Спасибо огромное. Спасибо. А что это ты аноним? Не дописал, что ли? Что, продолжаем путь? Да, сейчас семерки цепану. Куда влетели вообще? Есть там семерки где-нибудь? Тут ящик килограмм просто. Да я не хочу лутаться. Нет, я понял. Тачка едет. Да где? Я еду, еду, поехали. Где она едет? Где-то на 40. Может, ты панцирь услышишь? Справа. Может, ты ракетницу услышим? Вызвали только что дроп. Или что там? Как мне вчера не повезло. Че? Расскажи, как мне вчера не повезло. Катя, не знаю. Что мне повезло, я не понял. Что я хотела ночью поиграть, пока установила, пока скачала, тех работы начались. Так и не так. Велика беда. Блин, да, я хотела поиграть ночью. А, да. Джон Вик, это добивак? Катя, можно доиграть? Чего? Это добивак? Да. Скажи ему, что я его хочу. Тебе привет от Ужара. Давайте тащите, я давай полею. Или на тот фуникулёр поедем? Да давай загрузимся и на тот поедем. Какой? Ну, на другой. Трой... Давай. Там хоть можно покататься. Ну чё, только два, что ли? А, ну вот сейчас приедет еще один, слышишь? Всё, выбрасываю медсумку. Муру такого. Я загрузил два сюда пока. Бери отсюда. Два влезает, да? Да. А тут вообще один. Значит, один. Все, поехали, следующий. Брат, налево едем. Ничего не говори уже. Я понял, что ты хочешь сказать. Чего я хочу сказать? А? Чего, ну что, опять тебя сказать? Подрезал, типа, ты врезался. А, да, не-не. Сейчас я пофиг. Там люди есть.
который, я вижу, подъезжает тачка туда. Угу. Парашютисты еще летят, смотри, три. Блин, они тоже на фуникулёр сейчас сверху, если это бесполезная тема. Не, вроде туда не полетели. Чему? Давай на груз сначала встанем. А, ну да. Я заглушу, я здесь бросаю это. У нас тут кем целый еще можно было на крышу лезть. Здесь они и упали, мне кажется. Может, он своих с Гулага встретил просто? Ну, они у тачки всей толпой. Ага. Надо дожд... я, короче, контрю тачку, когда они сядут, я стрелю. Я могу нокнуть одного, давай. Да смысл? Подожди. Ну. Ну, надо, чтобы они кучнее сидели. Ну, сейчас они сядут кучно. Окей. Еще бери. Так я далеко от твоей тачки. Два нока у них. Да в смысле? Погоди-ка. У них можно же там... Можно стоять на месте. Супер. У них же крыса кончается там. Ух ты, по тебе. Да я в курсе, что не по тебе. У них же крыша кончается там, да? Ну там, ну, на вроде, лестнице. Да, но она не факт, что влетит туда, конечно. Понял, сейчас я шаг назад сделал. Бля, их немножко нервирую просто. Я за твоей машиной пошел. Да, да. Где нокнул? За красной колонной. Колонной. Ну, я дальше кручу налево. Вижу. Сейчас. Почему не умирает? Я в шоке. Один запрыгнул туда. Да. Ну, на оранжевую метку. Выпрыгнул один. Тоже с панцером бегает довольный. Панцер, да он опять выходит на тебя. Светит, блядь, под лестницей. Боже, столько помощи. О, справа пришли! Вот здесь вот. Я вот веду взгляд. Нет, просто проезжай передо мной. Кидай дымков. Я щелюсь. Вижу второго, подожди. Меня упры... Кстати, я убивал уже. Еще один передо мной. Он каленый в сопли вот здесь. У меня чел каленый вот здесь. Вот здесь каленый? Я думал, ты его увидишь, типа, говоришь, прям он... Не-не. Он все так же делал, как ты говорил. Блин, они, наверное, все панциры, да, потратили? Ну, не, одного в руке был, я не знаю, стрельнуть, он успел. Не, но он точно не стрелял. Ну, значит, есть еще один. Я два раза по этим щупикам стрелял, обидно, они не умирали. Вроде попал.
затухло. Эндерстром, тут, по-моему, не затухло, тут наоборот разожглось. Да я что-то сбросил. Ну, один панцер, окей. Хотя бы один. А может на этом сейчас будет, посмотри. Да, тачку подгоню. Есть, есть. Ну. Мы выгружаем из них? Ну, выгружай, да. Ты куда поедешь, туда что ли? Ну, как раз два штука. Запихнуть можно. Чё? Только меня не убей, я тебя умоляю. Не, постараюсь. Значит так, ты знаешь, как поворачивать. Ну не стреляй влево, не стреляй просто и все. Можешь вправо не стрелять? Ну, точнее вправо, то что чтобы меня дуло, мне несло задним, блядь. Ну если что, так, да, пересаживаюсь на четвертое место. Пламенем. Ну, попробуй так. Может реально тебе надо с четвертого или с третьего стрелять? Ну слева машина, левый борт. На нас едет прям, 25. Да куда ты агришься, сзади говорю. Вон сзади, да, ну я понял. Блин, я пейнджап перепутал что-то. Перед нами. Да, я понимаю. Галактик Фо. Хорошо. Блин, ты так смеешься, мне нравится. Ну это было круто. Она хорошо пролетела. Ну, четко. Давай еще одну. Давай. Садись, поехали, что ты? Не, ну. Так. Ну ладно, давай еще есть, давай, поехали. Последняя, да? Не, ну да, да? Перед нами в кемпы, там смоков до хера. Я могу за зонку дать элитную. Саня, сейчас посмотрим, что там происходит. Вон слева бегает один. Вижу. Вперед пошел. Ну не пушит кого-то, короче. Надо собрать инфы. Здесь вот ноги торчат. Внутрь забежал, вот сюда вот. Да? Даю смог под стенку. Точнее, этот за зонку под стенку. Он убежал за дом, его убили. С забором, по-моему, сидит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не, вали обратно, 24 секунды. Тихо. Он ради этого сюда приехал? Ну, в смысле, тут было больше. Хоть меня в этот раз не убил. Да я еще прицел сбил. Мне пенджап нажался или что-то, колесико мыши нажал. У меня это панцирь просто в разные стороны. Пока возвращал. Надо побеждать просто. Я ее считаю. Тачка справа едет. Да. Может на нас поедет, нет? Да, после сока их там. Вышли, блин, все. Спасибо. Двое вышло. Я вижу. Эндестром, спасибо, братик. Сейчас будет еще, братик. Ног нового. Здесь ног. Вижу. А они даже не резают его? У него, да? Пока нет. Или он не в зоне? Ну, вот сейчас пойдут. Боже, два раза коротко попал. Попал. Вижу за деревом, ну там только это торчит. Гитара. Вот этого добей. Блин, добили, сука. Ты не сказал, кого добить. Да забей его, добили, сука. Он не сами. Другое, конечно. Их коцают. А, бегаю за скалой.
Ну-ка, вот добей вот этого, пожалуйста. Да у меня авик же. Ну что, тебе жалко патрона или что, добить? Сука, тебе патрон. Его сейчас зон сожрет. Здесь сверху бегают, наверх побежали вообще. Блин, сейчас рестница, надо его долбануть сразу. Ну, он умер. Я сейчас слева посмотрю, может к нам подходит уже. Если что, здесь моя машина стоит, там мед сумкой. Угу. Один вот туда убежал. Вот, метка есть. Есть метка, слышишь? Легкая цель. Сюда иди. Подожди секунду. Я не стреляю, мы вместе стреляем. Фулл рост. Все, убили его. Да блин. Жалко, два дрона разить. Че по пещере там, так там и же двое было на оранжевом. Ну там за скалой. Нет, он да? Сразу хлопнулся. А, ну все, значит. А кто его, гранаты убили или с коряка? Снайпа из коряка. Вот здесь были, над пещерой вроде. Не там, а над. Вон, побежал, желтая. Не видно, вижу. Добить надо. Мы долго влево не смотрели. 10 патронов осталось, а я смотрел там. Ну посмотри. Так тут можно все высмотреть. Тут столько всяких кочек. Короче, вот тут где-то слышу выстрелы. Там что-то флешка взорвалась. Вершина камня вижу, чела. С моей позиции бошку вижу. Он изначально там был. Потом не добить все равно. Я его кацанул. Как же здесь последние зоны долго идут, просто, боже мой. Если что, потом на желтую надо будет переезжать. Я еще панцирь живой. Мне кажется, они все в той дальней части. Оранжевая, трое бегут. Нокнул, добить надо было. Ага. Двое там на один камне вроде забежал, был. Коцанный туда забежал. И два сольника, короче. Переедем куда-нибудь поближе, давай. Повыше, они все там. Спасибо, спасибо, Дарк. Напомните чат мне этот самый, загрузить. Двое от камня бежал. Убегают, двое, они вдвоем. Двое. Все, тогда здесь стоим. Пусть бегут там. А, да я уберу. Я накоцал немного. Стоит за этим деревом. Угу. Смотри, кто если я нокнусь, я тись буду как сука. Перебегает слева. Че, я делаю галактический выстрел. Ты выживешь, надеюсь? Тебе дать какие-то гранаты на всякий случай? Он к нам побежит, каннибал, он к нам побежит. Ну я дровбаем панцирь. Ну хорошо, пусть к нам побежит. На всякий случай смотри. Забери. Патроны есть на вы? Тебе могу дать, не знаю, ничего не дам. Могу ЛМ-ку топовую дать, шестерку. Не надо. Если он сверху, он снизу сейчас спустится и задрейбаешь его. Может в тебя, блин? Дать шанс. Чат, напомните, пожалуйста, и меня пулять сохранить повтор. Дестром, сейчас будет для тебя еще дополнительный контент. Арнусин уже в упоре где-то бегает. Угу. Да вряд ли он там наверху. Там. Громко не ориту. Сейчас справа выйдет. Ну я двоих видел. Ну все, че. Значит, он там. Ну-ка. Сейчас он выйдет довольно, побежит прямо, я его взорву панцирем. Слушай, я нервничать начинаю. Он тоже. Может, все-таки один был?
Это может они перестреливались в конце, ну типа, знаешь ли. Я вроде двух отбегающих. Тогда этот нокнутый был. Может у него самолет, конечно, хер. Че, покатаешь-то? А вдруг он умрет? Я на дровбай уже. Удачи, жар. Кажется, он где-то справа. За камнем, понимаешь? Понял. Ну, я не знаю. Ты прям мне в лесо кинул, хаешь? Я знаю. Дали помощь. Он вообще в шоке. Я сковородка еще не попал. Он сковородка еще не попал. Когда он перебежать успел? Не знаю. Че, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спанцире хорошо. Спанцире хорошо был. Он прям как корабль, знаешь. Здорово, Димаска, брат, здравствуй. Нормально все. 6 помощи, боже, стилер. У меня 4 вообще-то.